друзья, это уже 20-я юбилейная серия «Пути до Ламбы» на Hustle Online. Под прошлым роликом в комментариях Кизару заметил, что если играть через телефон, то на работе металлоискателя 1 килограмм металла будет стоить 500 рублей. А если играть с ПК, то стоимость 1 килограмма уже будет 700 или 800. Я сразу же помчал это проверять. Заряжаю металлоискатель и начинаю поиски. Мне настолько как-то в этот раз не повезло, что за 18 минут я накопал нещадно мало, но нам в принципе достаточно и 1 килограмма для проверки. Приехал на приемку, продаю 1 килограмм и получаю 700 рублей. Ну теперь я думаю, вы понимаете, что никакого смысла проверять с ПК нет, поэтому это всего лишь миф. Новый день, и в игру я не заходил почти 3 недельки. И как же хорошо, что моя квартирка не слетела. По промокодам мне еще отыгрывать и отыгрывать. И кстати, на 16 сервере на любом уровне вводите промо хэштег Elmike и получайте за это 75 тысяч. Решаю также поработать на металлоискателе, но в этот раз чем больше, тем лучше. Кстати, недавно завезли обнову с полицией. И к ним оперские кейсы, которые также падают и на рыбалке. За 20 минут насобирал 43 килограмма, продаю их и получаю 30 тысяч. Так, теперь сразу же нужно не забыть продлить квартирку. Но перед этим чекаю штрафы, которых у меня, кстати, нет. Оплачиваю хату на 25 дней за 13 500. Кстати, 5 дней было еще в запасе. Далее снимаю оставшиеся 75 тысяч с банка и теперь еду в центр занятости. Пытаюсь устроиться на работу дальнобойщика, она доступна пока только с ПК. Перезашел, увольняюсь с мойщика и спасателей, чтобы освободить место, и устраиваюсь теперь уже на дальнобое. Нам нужно отправиться в одну из трех ТК. Давайте пока начнем с самой первой, это ТК Южный. Подбегаем на синий пикап, и для устройства нам нужен 5 игровой уровень и сами, собственно, права. Тут есть две должности, внештатный, который это на кастом фурах, и обычный. Выбираю обычный, прописываю команду G-меню, и тут мы можем посмотреть любую интересующую нас информацию. Беру грузовик за 2000, и кстати, если мы не получим штрафов, то эти деньги нам еще и вернут. Далее сигналим на кнопку H, и у нас есть выбор, брать цистерны или же груз. Беру цистерну, цепляю, далее прописываю слэш full list, и сейчас есть 3 контракта. Решаю взять на 4500 литров, за него мы получим 30к, и у нас еще предварительно пишет, что примерное количество заездов это 1, так что все окей. Но самое печальное, что я сразу обнаруживаю, это комиссия ТК 40%. Но это, ребята, реально жесть. Надеюсь, не во всех ТК такие проценты. Еду на красную метку, включаю вид от первого лица и сразу вспоминаю Евро Трак Симулятор. Выглядит очень круто. Доехал до нефтевышки, заливаю 4,5к литров, при том то, что нам рекомендуют максимум 40-80, но тогда придется ездить 2 раза. Подождал 22 секунды, начинаю выезжать и здрасте, приехали. Грузовик вообще не справляется и подняться не может. Понятное дело, это все из-за перевеса, но перевес-то всего лишь на 420. Я, значит, что делаю? Беру, отъезжаю в самый конец и беру разгон. Но толку от этого мало, мы упираемся в максималку 47 км. В общем, промучился я тут минут 10, как и что только не пробовал, чтобы подняться по дороге по этой вверх. С полыхающей жопой беру новый грузовик и в этот раз беру прицеп для груза и выбираю контракт на магазин оружия. По трассе отвлекаюсь и наезжаю на отбойник, благо какой-то левый чел мне помог и мы вытащили грузовик. Приехал на место загрузки и загружаю 4,5. Спустя 45 секунд я пришел в шок, насколько же фура теперь медленная. Я как хромая гусеница еле-еле ползу. Я уже ненавижу эту работу на хасле, но чтобы до конца все чекнуть, я должен отвезти этот сраный заказ. Соблюдая правила дорожного движения, добираюсь до магаза, жду разгрузку и получаю несчастные 17 786. Ну просто что? Что это такое? Какая же эта работа отвратительная? Тут нет ни единого плюса, либо я что-то делаю не так. Ребят, напишите в комментариях. Если бы тут хотя бы платили оверпрайс, то схавать все эти косяки можно. Но блин, тут еще и платят сущие копейки. А так я вообще никому не советую даже просто попробовать эту работу. Сами все видите. Злой как собака, что потратил уйму времени, плачу за вход в казик 5к. Хаваю закуски и становлюсь за рулеточку. Решаю попробовать поставить на числа с большим коэффициентом. Ставлю на число 22 раза и сливаю. Только решаю поменять число и ставлю на цифру 5 и выпадает 20. Вот это я победитель по жизни. Ну прям супер. Короче говоря, азарт меня сгубил.
губил, ставлю на разные цифры и ряды, и вообще даже ни одного раза не могу выиграть. По итогу я слился на 5 миллионов 70 тысяч, и я это так не оставлю.